Ежедневно в самых разных точках земного шара блюда всемирно известного бренда «Макдональдс» выбирают миллионы человек. Отныне и брестские ценители легендарных бургеров, золотистого картофеля фри, десертов и кофе могут сказать: «Свершилось!» В Бресте в год тысячелетия открылся первый ресторан «Макдональдс». Мы с нетерпением ждали открытия «Макдональдс» в Бресте. И со стороны «Макдональдс» это подарок тысячелетию города. И ресторан, это открыт наш самый современный ресторан в Беларуси. Здесь наших гостей ожидает все самое лучшее, что есть в «Макдональдс». Легендарные бургеры, золотистый картофель, круглосуточно работающий «Макдрайв», «Макдоставка», суперсервис, обслуживание за столиками. Что все самые современные технологии. «Макдональдс» – это в какой-то мере законодатель вообще ресторанной моды, потому что то, что мы предлагаем, наверное, самый демократичный формат, который все сочетает и высококачественную, и свежую еду, и доступные цены. Первые посетители – дети из домов семейного типа Ленинского и Московского районов. Для них яркое шоу с участием талисмана сети Рональда Макдональда, загадки и викторины, сюрпризы, подарки. Эмоций и впечатлений ребятишкам хватит надолго. Но самое главное ждало их впереди. Торжественное открытие «Макдональдс» и бурные аплодисменты от команды ресторанов, в которой работают брещане, прошедшее трехмесячное обучение в Минске. Первый чек в новом ресторане получила юная брещанка София. В «Макдональдс» ездили с мамой в Минск. Сегодня с аппетитом поглощает бургер рядом с домом. У меня настроение все суперское, потому что я в «Макдональдсе». Я получила первый чек, и мне теперь не надо ездить в Минск за «Макдональдс». И таких отзывов весьма много. Брещане впечатлены. Нам повезло, и мы на открытии. И мы вот пробуем, наслаждаемся, кушаем вкусный бургер и все остальное, все, что можно. Великолепное настроение, «Макдональдс» еще лучше. Вот, давно мы его ждали, потому что мы периодически ездим в Минск. Каждый раз заходим туда, у нас у деток, у старших девочек соревнования, поэтому «Макдональдс» очень любим. И вот пришли сюда сегодня. Очень вкусно. Ехали с университета, решили выйти, узнали то, что открывается. Зашли, оказалось, что как раз открытие, забежали в числе первых людей и решили попробовать. Очень вкусно. Такие отзывы неудивительны. Брестский «Макдональдс» сегодня является одним из наиболее инновационных и технологичных. Сочетает в себе дружескую атмосферу, быстрое и качественное обслуживание и потрясающий дизайн. А еще круглосуточный «Макдрайв», электронные киоски, обслуживание за столиками, «Макдоставка», бесплатный Wi-Fi и игровые планшеты. Мы открывали много ресторанов в городе Минске. И сейчас часть нашей стратегии развития компании – это открытие ресторанов в областных городах. И на самом деле открытие в Бресте – это как бы новый этап, новая веха в развитии «Макдональдс» в Беларуси. И Брест – это первый, реально первый шаг. Мы полностью его благоустроили, озеленили. И также в наших планах второй этап – это благоустройство территории рядом с рестораном, где будет построена детская игровая зона. Она будет состоять из территории для игры маленьких детей, где будут песочницы, детские горки, территория для отдыха родителей. Также будет построена баскетбольная площадка для игры в стритбол. И также будет сделана большая зона воркаут, которая будет работать круглый год. И эта зона будет для абсолютно всех людей, даже включая там будут тренажеры для людей с ограниченными возможностями. Несмотря на солидный возраст «Макдональдс», сети ресторанов 65 лет, персонал идет в ногу со временем. Здесь постоянно в поисках оригинальных сочетаний и решений, новых предложений и интересных задумок. Словом, все для того, чтобы гость не только остался доволен, но и возвращался за любимым бургером вновь и вновь. Адрес, где вас всегда ждут, улица Октябрьской революции, 1.